Не повезло водителю машины с камерой на улице Карла Маркса. Он на ровном месте попал в ДТП. Причиной стал маневр шофера на Ниссане, который испугался троллейбуса. О том, как происходят глупые ДТП, в рубрике «Видеорегистратор». На улице Карла Маркса водитель Ниссана перекрыл путь троллейбусу, а затем решил ему уступить дорогу. Не задумываясь, он включил заднюю передачу и поехал. В Кирове на перекрестке столкнулись «Лада» и черная иномарка. Видно, что водитель иномарки хотел проскочить, но не получилось. «Гранта», в свою очередь, двигалась на зеленый сигнал. На улице Красина грузовик чуть не переехал девушку-пешехода. Он поехал на красный, а она не убедилась в безопасности и быстрым шагом пошла через дорогу. На перекрестке улиц Производственной и Базовой таксист совершил запрещенный маневр. Решил развернуться и не вписался в поворот. На улице Преображенской водитель «Шкоды» подставился под удар «Субару». Он резко перестроился на перекрестке. На улице Комсомольской водитель «Форда» не уступил дорогу машине с камерой и опасно повернул налево. Нарушителя на «Мерседесе» наблюдали очевидцы на улице Романа Ердякова. Пока все стояли в пробке у перекрестка с улицей Московской, он проехал по встречной полосе и встал впереди. Обычно такие маневры заканчиваются еще и поворотом на красный сигнал, но этот водитель, видимо, постеснялся это сделать. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия.